Эфир канала «Россия-24» продолжит «Вести Хакасии». В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Конфликт властей и перевозчиков Абакана вышел на новый виток. Все прежние договоренности аннулируются, так как антимонопольная служба признала их незаконными. Предприниматели недовольны таким поворотом ситуации и собираются в знак протеста объявить голодовку. Наши корреспонденты побывали на последнем заседании согласительной транспортной комиссии и готовы поделиться подробностями. Мы сказали, вы не услышали. Какие проблемы? А как мы можем услышать, если есть предписание? Каждая из сторон напряжена до предела. Им тяжело принять новые обстоятельства. Антимонопольная служба признала незаконной ту версию положения о перевозках, которую предприниматели буквально выбили из администрации последней автобусной забастовкой. Просто так оставить маршруты за теми, кто на них работает сейчас, нельзя. Это право должно разыгрываться на открытых конкурсах. Таков федеральный закон, и мэрия обязана ему подчиниться. Новые правила вступят в действие не в 2016 году, как хотят предприниматели, а с 1 апреля будущего года. Отсрочка будет лишь по самым затратным статьям, предъявляемым к автобусам. Два критерия – это низкопольные, и второй критерий – это больше, так будем говорить, вместимости с 1.1.16 года. Отмена администрации своих же решений возмутила представителей бизнеса. Однако затягивать спор с чиновниками они не стали. И сразу же после окончания встречи депутат Александр Семенов заявил, чтобы добиться своего, перевозчики вновь готовы к радикальным акциям. Скорее всего, предварительное решение такое, предприниматели объявят голодовку. Дальше действия будут развиваться неизвестно как. Разваливать предприятия легко, их создавать тяжело. Поэтому, естественно, перевозчики отставят непосредственно и свои рабочие места, и все остальное. По словам Семенова, голодовка может начаться через 2 дня. Насколько реальна такая акция или это только угроза, покажет время. Но его предпринимателей мало. Проект нового положения о пассажирских перевозках горсовет планирует принять уже через 2 недели. Обострение противостояния совпало с первым наказанием для участников автобусной забастовки. Сегодня прокуратура объявила о том, что вынесла предостережение перевозчикам о недопущении впредь подобных акций, а также оштрафовала их. Еще одно наказание рублем может грозить от антимонопольной службы, которая усмотрела в действиях протестующих признаки картельного сговора. Позиция органов власти непреклонна. Борьба предпринимателей за свои интересы заканчивается там, где начинаются права пассажиров. Марина Канадакова, Игорь Брюханов, «Вести Хакасия». В Абазе волна простудных заболеваний со школ перекинулась на детские сады. В городе медики закрыли на карантин 4 группы. Причина – более чем на 20% превышен максимально допустимый порог по РВИ. В остальных образовательных учреждениях проводится профилактика, в том числе и специальная уборка помещений. Напомним, в ноябре в Абазе зафиксирована вспышка в небольничной пневмонии. На карантин были закрыты 2 школы. Сейчас обстановка стабильная. Идут на поправку и школьники, попавшие в больницу с диагнозом пневмония. Сегодня в стационаре находится 14 человек. Лечение длится более 2 недель, поэтому санитарные службы установили срок окончания карантина в 50-й школе 15-го, а в 49-й 11 декабря. Громкий уголовный процесс в Черногорске вышел на финишную прямую. В деле кредитной мошенницы Натальи Даниловой точка будет поставлена 24 декабря. 1,5 года суд распутывал сложную преступную схему, в которой были задействованы 6 банков. Сегодня в деле 200 потерпевших, более 300 свидетелей, 400 фактов мошенничества, 100 томов и пропавшие неизвестно куда – 80 миллионов рублей. Наталья Данилова обвиняется в 6 преступлениях. Сегодня суд дал ей последнее слово, что сказала в своем оправдание женщина, развернувшая в маленьком городе огромную преступную сеть, которая действовала 4 года. Сегодня первыми услышали Елена Крылова и Владислав Пустовойт. Часто во всех разговорах с потерпевшими последние говорили мне, что за такие деньги можно и отсидеть. Могу уверить вас, что любой здравый человек, а особенно женщина-мать, никогда не поставит на чашу весов вымышленные миллионы и разлуку с маленькими детьми. Свою вину Наталья Данилова не признает. Все произошедшее она называет не больше, чем недоразумением. И корит себя в невнимательности при работе с банковскими документами, которые якобы и воспользовались третьи лица. Что следствие не до конца установило всех виновников этого дела. Все мои бывшие партнеры оказались в выигрышной ситуации, не отвечая ни по обязательствам и имея хорошую прибыльную часть невозвращенных средств. В этой произошедшей ситуации я приложила все усилия, делала все, что от меня могло зависеть.
Напомню, Наталья Данилова в неприметном офисе оформляла кредиты в основном на пенсионеров с подставными поручителями на одинаковую сумму 300 тысяч рублей. 200 сразу забирала себе, 100 отдавала на руки. Деньги на погашение своей части долга клиенты приносили в тот же офис. Осенью 2009-го банки забили тревогу, когда платежи перестали поступать. Данилова обвиняется в совершении 6 преступлений, одно из которых относится к категории тяжкий, часть 4, статья 159, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы до 10 лет. Учитывая смягчающее вину обстоятельства, то есть наличие двух малолетних детей, было предложено наказание в виде 7 лет лишения свободы и по 5 преступлениям в виде 2 лет лишения свободы за каждое по совокупности. Прокурор запросил 9 лет. Пока идет полуторагодовалое судебное следствие, на кредитах накопились проценты. С потерпевших банки высчитывают долг в половину пенсии. У самой Натальи Даниловой никакого имущества по документам нет. Она живет сейчас в шоколаде. У нее есть деньги на адвоката. Полтора года нанимать адвоката, и копейки, ни копейки она ему платит. Она ездит шикарно. У нее сын ездит в школу на такси. А у меня на хлеб не хватает денег. У меня пенсия стала 4300 я получаю. Сегодня в зале суда собралось не так много потерпевших. Заседание сотое по счету только с начала года. И у многих уже опустились руки. Сегодняшнее заседание продлилось менее 20 минут. Суд удалился в совещательную комнату. Пожалуй, то, что больше всего волнует сегодня потерпевших, это не сколько лет дадут Наталье Даниловой, а кто все же будет платить по долгам. Суд примет окончательное решение 24 декабря. Елена Крылова, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Туда, куда до браконьеров добраться сложно. Инспекторы Госкомитета по охране животного мира и полицейские провели совместный рейд в одном из самых труднодоступных мест Хакасии – в тайге выше Саяно-Шушенской ГЭС. Добраться туда можно только по воде, и нарушители настолько не пуганы инспекторскими проверками, что при задержании не сразу и понимают, что происходит. Ну, тут живете? Дома. Давайте, давайте. Давайте. Оружие чье? Документы на оружие. Рыбак просто обескуражен, увидев инспекторов и полицейского. Проверки тут дело редкое, поэтому нарушители чувствуют себя вольготно. Между тем на базе оказались двое коллег рыбака, у которых инспекторы обнаружили весьма ценную добычу. Госкомитет по охране животного мира, Макаров Геннадий Васильевич. Охотились или что? Чем занимались? Да, охотились. Охотились? Какая-то незаконная с собой продукция есть? Есть, струяка ноги. Ну вот тоже сторожил и охотились. Ну, каким способом? На петли. В устье рек Енисей и Кантигир выше Саяно-Шушенской ГЭС просто так не добраться, только по воде. Кругом крутые берега, скалы, густой лес. Но может ли это испугать человека с ружьем? Практически в каждом заливе плавучая база, охотничья избушка. Подходи к любому, везде есть нарушения и совсем не мелкие. Малокалиберное ружье. Калибра 5,6. Нашли где? Почему сразу добровольно не выдали оружие? Забыл, объясняю уже, забыл. В основном нарушители так и уверяют, оружие нашли случайно в лесу или избушке. Но каждый из них знает, по негласному закону охотников, взять в тайге чужое – это подписать себе смертный приговор. А вот охота на соболя запрещенным способом карается уже по другому закону. То есть ты вот этого соболя добыл много захватывающих капканов? Вот. Добыл. На этой плавучей базе сын и отец. Тайга для них единственная возможность найти себе пропитание и заработать хоть какие-то деньги. И им, похоже, не до правила закона. Охотился, добывал рябчик. Что держишь в руках? Ружье. Разрешение на право охоты имеешь? Нет. Разрешение на право хранения ношения имеешь? Нет. Изъятое оружие семьи Денис будет утилизировано, а незаконно добытые трофеи уничтожены. Общий ущерб, нанесенный браконьерами, 420 тысяч рублей. Нарушителям грозят серьезные неприятности, вплоть до уголовного наказания. Марина Канадакова, Вести Хакасия. Самый большой в Хакасии детский сад сегодня официально открылся. 300 маленьких абаканцев будут готовить в школе капитош. В праздничный день педагогам вручили лицензию, а значит теперь начнется образовательный процесс. Первое знакомство педагогов и воспитанников прошло в необычной форме. Воспитатели подготовили творческую программу. Поздравил с открытием садика горожан и глава города Николай Булакин вручил коллективу дошкольного учреждения молоток. Им в октябре 2011-го был забит первый колышек, как символ начала строительства.
строительство Капитошки. Возводили садик около 2 лет. На эти цели было потрачено 180 миллионов рублей. Из них половина – федеральные средства. Капитошка стал юбилейным, 40-м по счету садиком в городе. 300 деток здесь будут жить, трудиться, воспитываться. Ну что еще сказать? В добрый путь! Также в садике открыт физиокабинет и мини-поликлиника. Дети распределены по 12 группам. Само здание возведено по новой технологии. Это были все новости к этому часу. Далее смотрите рубрику «Интервью». Гость рубрики сегодня – музыкант и путешественник Владимир Владимиров, освоивший старинный русский инструмент гусли. Оставайтесь на канале «Россия-24». Еще увидимся.